Вы смотрите ТОП-10. Представляем вашему вниманию самые южные города мира разных стран. Дербент – самый южный и древнейший город России, расположен на побережье Каспийского моря. Дербент начал принадлежать России далеко не сразу. Он множество раз был подвержен набегам и осадам, в том числе и со стороны Римской империи. Однако в 1813 году город все же был присоединен к России. Климат Дербента – переходной от умеренного к субтропическому полусухому. На климат влияет Каспийское море, благодаря чему осень долгая и теплая, а весна приходит с задержкой, лето длительное и жаркое. Ксамиль – самый южный курортный город Албании. Основан относительно не так давно, в середине прошлого столетия, и, несмотря на это, не уступает по популярности другим туристическим местам Албании. Напротив, является одним из самых посещаемых городов в стране. Туристов, местных жителей, путешественников на этот курорт привлекает в том числе и самый красивый пляж в Албании – Ксамиль-Бич. Цавтат – самый южный город Хорватии, раскинулся на двух полуостровов, и каждого, кто попадает сюда впервые, поражает он своей живописностью. Великолепная средиземноморская природа, ласковые морские волны, живописные скалистые берега располагают к неторопливому, созерцательному отдыху, который несет телу здоровье, а душе – умиротворение. Климат в Цавтате по-настоящему средиземноморский, лето сухое и жарко, а зима – мягкая. Ильцин – самый южный город Черногории. Ильцин может похвастаться самым большим количеством солнечных дней в этой стране. Здесь их 217, а температура воды часто прогревается до плюс 26 и выше. Купальный сезон с таким климатом начинается в апреле и заканчивается в ноябре. Просто идеальное место для отдыха. Битола – самый южный и крупный город Македонии. Благодаря расположению климат здесь можно классифицировать как субтропический. Теплые и сухие дни встречаются чаще, чем на севере страны. Оптимальный период для путешествия сюда – с начала мая до конца сентября, когда дожди почти не идут, а воздух остается достаточно прогретым для максимального комфорта туристов. Калабрия – самый южный регион Италии. Эту область называют Карибами Европы, спасибо девственным пляжам, завораживающим ландшафтам и сельскому очарованию. Скалистые горы, заросшие лесами, сменяются здесь холмами с виноградниками, а дороги пересекают плодородные равнины, простирающиеся до самого моря. Городки в холмах, древнегреческие храмы и византийские церкви попадаются тут и там, в сельской местности, точно маленькие ценные жемчужинки. Севилья – крупный город самой южной части Испании, который входит в состав автономного сообщества Андалусии. Это один из самых красивых и жарких испанских городов, ежегодно привлекающий неисчислимый поток туристов. Иерапетра – пятый по величине город Крита и самый южный город Европы, активно развивается как крупный туристический курорт. Характерная для города погода – это обилие солнца и отсутствие дождя. Здесь крайне редко выпадают осадки и не бывает сильных ветров. Окружающие город северные и центральные горы служат ему естественной защитой, круглогодично поддерживающей высокую температуру воздуха. Эйлат – самый южный город Израиля, расположен на побережье Красного моря. Множество песчаных пляжей, возможность купаться круглый год и большое количество дайв-центров сделали Эйлат самым популярным местом отдыха в Израиле. Окрестности города знамениты разнообразными геологическими разломами – амрамовые столбы, Черный каньон, гора Йоаш и ущелье Соломона. Ушуая – самый южный город Аргентины и мира. Ушуая известен на весь мир тем, что является самым южным городом планеты Земля и краем света, как его часто называют. Расстояние от города Ушуая до Антарктиды составляет не более 900 километров. Окружает город прекрасные живописные горы. Название города дословно переводится как «огненная земля». На протяжении многих веков земля огней пугала проплывающих мимо моряков своими холодными антарктическими ветрами и острыми скалами. Вы смотрели ТОП-10 – самые южные города мира разных стран. Путешествуйте с удовольствием. Вернемся через неделю.